Сегодня школьная песня, через несколько лет на боевом посту. Второклассников школы номер 18 учат быстро принимать решения и быть мобильными уже сейчас. Они учатся в кадетском классе МЧС. В школе таких класса 4 – 1, 2, 6 и 9. Профиль предполагает особую программу. Пожарно-прикладной спорт – это на первом месте. Строевая подготовка, физическая подготовка, значит, медицинская подготовка. Все это входит для того, чтобы ребята, ну, принимали участие в соревнованиях, были, ну, выносливые, грамотные и так далее. Ездим на городские соревнования, на краевые соревнования. И для того, чтобы результаты в краевых соревнованиях были более-менее хорошие, для этого вот город нам, скажем так, ну, построил дорожку. 100-метровая полоса с препятствиями для занятий, значит, ну, ребятишек пожарно-прикладным спортом. Дисциплина, профильные навыки, а еще хорошая физическая подготовка. 100-метровая полоса препятствий для занятий пожарно-прикладным спортом – это и площадка, и тренажер одновременно. Ее обустройство стало возможным благодаря муниципальному гранту. Опробовать новую трассу смогли уже в день открытия. Провели мастер-класс по боевому развертыванию. Теперь тренировки будут проводить здесь чаще, а значит, побед будет больше. Мы уже на протяжении 3 лет катались на разные соревнования. Вот были на краевых соревнованиях, в которых вот тоже было боевое развертывание. И не только, мы показывали все, всему, чему научились за год. Ребята, обратите внимание, это работа настоящих пожарных. К слову, о работе спасателей эти дети знают из первых уст. Кадетов тренируют действующие сотрудники МЧС. Но даже у тех, кто уже знаком с эффективными методами борьбы с огнем, каждый шаг огнеборцев вызывает восторг. Сердце вздрагивает, есть такое, потому что, ну, все равно, не в первый раз видишь, но как будто такие эмоции, как будто правда в первый раз это все увидел. А так, пожарные – это очень смелая профессия. Кристина Чернова, Андрей Сигаев, «Будни».